Надо бить. Слетай давай. Всем привет. Сегодня у нас 9 мая. Мая. Если бы мая. Сегодня у нас 9 марта. Открытие охоты на гуся. И мы втроем. Я, Леха и Димон. Охотимся, пытаемся охотиться на гуся. Чуть-чуть уже прилетели, серые в основном. Гуменников видели, белолобых видели. Вот напротив нас охотник сидит, метров 150. Тоже. Короче, нас окружили со всех сторон. В болоте сидят, там сидят, здесь сидят. Охотники, а не гуси, да. Ну, пытаемся что-то. Смотрите, что получается. Кстати, сегодня юбилейный выпуск, 100-й выпуск «Мир глазами охотника», так что... Журавли тоже съедобные. Всё, пойдёт? Не, ещё чуть-чуть. Всё. Так, да? Ага. Один кормится, видишь, два сидят. Не спят, ну теплый. Ну я вчера часов 5 вечера его сделал. Если с ним попробовать. Дорогой падла, на. Такой себе не купишь, на. Среднестатистический человек, на. Блин. Ой-ой-ой-ой. Ну ты охотник, конечно, серьезно. Да не-не-не, не налетят. Еще один подлетел. Да, я уже смотрю, слаживают крылья и прям на нас, думаю, о, 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 добрый, добрый. Чучела серого гуся. Он может охотник на серого гуся чисто такой, знаешь. Ну, прожженный такой, знаешь, он знает, как брать серого гуся. Знает, что надо 3 чучела брать с собой. 2 сидячие, 1 кормящийся. Один патрон заряжать. Да, да, да. Наверное, не перезарядила, скорее всего, я думаю. В этом тоже какой-то свой кайф наблюдать за охотниками. Заходит. Высоко. Не, высоко. Бля, неужели они нас срисовали, а? О, еще, еще, стая. Бля, над нами прямо, над профилями. Бля, хомуха эти... А вот тебя наворачивают. 3 штуки. И эти за ними, да. Ну, высоко. Смотрят на наши профиля. Видишь, как муху голову на этого сейчас накрутят, блин. Не стреляй, пацан. Еще на круг заходим. В
Вот, снижаются, смотри, сейчас можно будет бить, если найдут. Не, нифига. Бля. Не, высоко, высоко. Блин. Вот же, походу, та стая на них налетела. Походу, гуменники, да? Такие черные какие-то. Надо бить. Блин, смотри, поднимается. Блин. Я тоже в него не стрелял больше. Да как так? Смотри, выровнялся и пошел. Ой, жалко-то как, а? Смотри, пошел, пошел. Да, бывает и такое. Не было так побито, а второй. Второй целый? Целый, но они тут. Он же в мешке лежал. Так дробь качается внутри. Я вчера, когда в мешке лежал, он на воде стоял, я их кинул вчера с вечера на воду. Два этих. На лужу. Тут же стрелял. Ну воды не набрал, да? Тут да, ближе, чем 30 метров. Он даже застряла одна, видишь, вроде. Ну. Тут нули какие-то это. Мы не стреляли по нему на нас. Мы вообще не стреляли. Тем более, вот, плавали они так, вот так. Стрелял с той стороны. Ну что, такая вот у нас охота сегодня получилась. Подбили одного гуся, и он мертвый улетел от нас. Подбили нам гуся ночью, видать, пришел этот охотник, который напротив нас сидел, посветил фонарем, искал, может, место или что. Увидел гуся, расчехлился и стрельнул. Ну, это так предположительно. Как было, как мы предположили. Тоже такой. Мог бы подойти там к нам сказать. Неправильно как-то. Ну, такая вот охота. Завтра опять поедем. Увидимся в угодьях.